Александр Мишулов. Александр, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Настраивались, как бы команда сыграли, все выложились на 200%. Особенно во второй половине начали убиваться в защите, в нападении начало что-то получаться, вот и выиграли. Выполнили тренерские установки. Ну, так, наверное, не все, походу. Слишком их много. Нормально. Ну, да, со стороны тяжело было наблюдать, когда ты не можешь ничем помочь. Ну, вот, сегодня старался как мог. Спасибо. Пожалуйста. Ну, очень хорошую защиту ребята продемонстрировали, особенно во второй половине. В принципе, было видно, что мы контролируем ход игры и в первой. Да, Химик жил за счет каких-то трехочковых попаданий. Мы знаем, что игру они на этом не строят, потому все равно гнули свою линию и старались забрать то, чем Химик опасен. Это очки из-под кольца, это игра через центровых. Очень хорошее давление оказывали на мяч. Тяжело было перевести с одного края на другой. Вот. Иногда мы опаздывали с подстраховкой, она задерживалась на одной стороне, но во второй половине это исправили и деморализовали Химик, можно так сказать, в защите, и нападение их разладилось совсем. Мы получили легкие мячи, легкие очки в нападении, легкие броски в нападении за счет того, что очень хорошо отрабатывали в защите.